В Астане ликвидирован крупный подпольный цех по производству и продаже вейпов. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу выявило за последние два месяца 25 фактов реализации и хранения электронных сигарет. В рамках борьбы с их распространением в ходе расследования уголовных дел было уничтожено около 400 тысяч единиц конфискованного товара. Всего за последние два месяца из незаконного оборота изъято около 22 тысяч электронных устройств, а также 7 тысяч ароматизаторов, картриджей и испарителей. В столице задержан организатор подпольного цеха, который занимался производством, хранением и торговлей реализацией вейпов и жидкостей для них. Они отправляли в Астану и другие города от 7 до 10 тысяч несанкционированных предметов. Топ, колдан жасалган адиспен глицерин, никотин және жасанда. Преступная группа кустарным способом производила жидкость для вейпов, используя для этого глицерин, никотин и искусственные ароматизаторы. В ходе операции было обнаружено более 5000 готовых вейпов, наполненных табачной смесью, 235 литров химических веществ, глицерина, пропиленгликоля и ароматизаторов, а также оборудование для производства электронных сигарет. Организатор группы был осужден по решению суда. Вся партия вейпов и производственное оборудование были уничтожены.